Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл всю подноготную отношений Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он дал понять, что ни о какой любви и речи не идет. Сергей Соседов считает себя самым преданным мужчиной Аллы Пугачевой. Музыкальный критик, как никто другой, знает подробности биографии Примадонны, а ее песни буквально наизусть. Он стал гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», посвященного юбилею Аллы Пугачевой. Он признался, что на грандиозный концерт, организованный Примадонной в честь своей круглой даты, не пойдет. И дело не только в том, что билеты очень дорогие. По мнению Сергея Соседова, новые песни, которые входят в ее репертуар, не подходят артистке по возрасту. Дескать, не солидно. Зашла речь о личной жизни Примадонны. Она такой человек, что может разыграть эту любовь. Ведь и в любовь с Филиппом Киркоровым мало кто верил. И я, кстати, в эту любовь не верил. Это была больше игра, такой деловой союз. Так же, кстати, как и с Галкиным, раскрыл главную тайну. По мнению музыкального критика, режиссер Александр Стефанович стал главным пигмалионом Аллы Пугачевой. По его словам, мужчины никогда ей не мешали, наоборот, они ее подпитывали. В рамках передачи Сергей Соседов поздравил Пугачеву с юбилеем и слезно попросил ее не петь. Музыкальный критик убежден, что в памяти она останется исполнительницей из того времени, а не современности. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.